Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Здорово, Зиги. Да, здорово, Демастер, как дела? Да, поздоровайся. Здорово всем, ребята. В общем, мы, ребятки, Зиги, это очень долгая история. Мы решили, во-первых, поиграть в Rust, вот. Ну, а так как мы не хотим играть одни, либо на каких-то серверах, да, дурацких, я долго уже связался с чуваком одним. Ну, недавно связался с ним. Вот, можно сказать, мы нашли друг друга. Вот, и, короче, он давно делает сервер Раста, я ему сказал, чувак, сделаешь для меня сервак? Он говорит, конечно, он предложил даже не сделать для него сервак, а взять уже сервак, который с онлайном, просто вайбнуть его, вот, и вот сегодня его вайбнули, ну, для вас это уже было, получается, вчера, потому что мы записываем прям уже очень поздно, 21 час, и, вот, айпишник на сервер я оставлю, мы здесь будем играть, кстати, по нему, получается, сегодня, вот когда выйдет это видео, вечером будет стрим, поэтому, ребятки, заходите, вы сможете поучаствовать, вроде, может быть, даже во время стрима, какие-нибудь ивенты сделаем, чем-нибудь еще, мы просто решили поиграть в Rust. Постреляемся, построимся. Да, так что на айпишник, это как бы мой сервер Rust, можно даже так сказать, да, это мой сервер Rust, то есть... Я могу так прямо сказать в целом. Я, наверное, запишу всего один ролик по нему. Может быть, даже два или три. Не знаю, я думаю, все-таки всего один ролик. И все остальное буду стримить. А второй и третий ролик, это, скорее всего, может быть, нарезка каких-нибудь веселых моментов со стримчика, ребятки. Вот, вообще, Rust очень сильно поменялся с того последнего раза, когда мы играли. Это, конечно, жесть. Здесь столько всего добавили, убрали, сделали. О, чертеж какой-то нашел. Там куча с мусором была. Скорее пойдем еду искать. Так, где-то в пустыне. О, слышь, Зиги, у меня есть для тебя реально крутая тема. Смотри, сейчас тебе скину, тебе прямо вот это понадобится. Смотри, ты вон собираешь это дерьмо. Да, бери. О, у меня есть шипы, короче. Так, мне еще, короче, 39 отрезочков этих, и я смогу книжку скрафтить. Класс, чувак, давай искать. Мы, короче, Зиги сюда пришел. Здесь есть что-то типа системы небольших телепортов друг к другу. Знаете, как в Майнкрафте, ТПА и так далее. И вот мы с Зиги таким образом быстро друг друга нашли. Этот сервер изи. Вот, также здесь будет еще второй сервер, мы потом сделаем его. Он так-то уже есть, но я, наверное, не знаю, буду ли я на нем играть или нет. Там нормал, типа. Вот, и там будет много посложнее. В будущем, возможно, еще будет третий сервер, какой-нибудь хард, типа, в стилях классика, стар... О, тут какой-то чувак мне целится, это ты, Зиги? Это я. Ну-ка, я поймаю стрелу головой, ну-ка, где она? Она исчезла, слушай. Ой, я чуть тебя копье не кинул, по-братски. Кстати, если в тушу попасть копьем, то оно исчезнет. Ты вот не сможешь поднять. Вот оно упало. Лоу. Это было близко. Ну, не так уж и близко, на самом деле. Окей, вот мы, короче, на этом заброшенном заводе искали всякие сундучки, разбивали их, чертежи находили. Пока вечер не такой большой онлайн, где-то человек 10 там, или 13 и так далее. Вот, когда вы зайдете на сервер, кстати, у вас будет такое огромное менюшка помощи, там вы сможете узнать про все команды, про сервер, про его особенности, про сайт, там, про донат, вообще полностью все сможете прочитать, ребятки. Вот, и я, наверное, даже ставлю айпишники, группу ВКонтакте, где вы сможете там поспрашивать, найти, может, друзей с кем поиграть. И на стриме, обязательно на стрим приходите, вот. Там будет много чего интересного, будем играть, и может кого-то возьмем к себе в поселение, даже отберем людей там и сделаем какой-нибудь там, не знаю, город, точно сделаем свой город в Расе, это же прикольная тема, правда, ну какую-нибудь диверсанцию взорвет нахрен, наверное. Вот, но забаним, да не, банить не будем, естественно, мы никого не... Мы не будем пользоваться никакими админскими командами, ничем. Мы будем честно играть, естественно. Ну, читеров. Читеры, сука, будем вас банить, честно. Вот. Я уверен, что хотя бы один человек, который посмотрел это видео, читер зайдет с читами сюда. Вот 100%. Уверен прям. На 100, на 190 миллионов процентов просто. Да ничего, тут к тому же и модераторы довольно активные. Да, здесь... Если не мы спалим, то другие. Тут прямо гиперактивные модераторы, я бы сказал. Меня уже к себе портнули, заставили на гитаре играть в комнате с мишками и тыквами. Я чуть не обосрался нафиг реально. Такой сижу, значит, мы Зиги утаем, меня портает модератор к себе и такой говорит, на гитару играй. Я такой, ну блин, ладно, нечего делать, буду играть. Ты еще не сказал, что рядом ходил медведь и мужик перед тобой. А, да-да-да, и мужик голый рядом бегал еще, и медведь рядом не ходил, там, знаешь, маленькие игрушечные мишки плюшевые лежали. О, слышь, сверху какие-то чертежи, стойки с чертежами. Да, вот, я о чем и говорил, это теперь вместо тех сундучков с чертежами. Вау, прикольно, чувак, это класс. Там такую систему вообще выдумали. Блин, Rust очень сильно изменился, это, блин, это просто круто, чувак, здесь столько всяких новеньких нововведений, здесь в плане визуализации очень сильно постарались, вот уже видно, я помню, когда я начал в него играть, когда он только вышел, я в первые две недели с ребятами, мы играли, я отыграл
Сколько ты играл-то в первые две недели? 100... 3 часов, по-моему, у тебя было. А, нет, 2 сотки, 200 часов. 200 часов за 2 недели, ребят, я отыграл тогда. Это был как раз Новый год. Я с подписчиками тоже играл, ребят, поэтому я хочу вспомнить былое. И надеюсь, раз, ну, я вспомню только положительные вот эти всякие штучки от него. О, погоди, что там? Эмоции. Так, давай пойдем построим дом. Я хочу в этой серии реально построить дом. Ты где? Ну, давай. Я, так, скажем так, видишь... Огромную гору за снежным пиком. А, со снежным, да, вижу. О, беги к ней, короче. Ты около нее уже, что ли? Я на пути к ней. В общем, на этом, на выходе. А ты там оленя видел? А на выходе от этой станции я просто уже вышел с этого забора и уже около нее. А, вон, я вижу тебя. Я сзади. О, олень. Стой, олень. Че, оленя будешь? Это забей на олень, пойдем. Эх, не долетел. Справа. Там еду, если что, найдем, не беспокойся. Так, кстати, лук себе скрафтил, да? Тут изи, тут что и не надо ждать, время крафта. Да, ребят, здесь изи сервер, здесь для того, чтобы чисто пофаниться, как раз поразеваться. Всякие модераторы, админы эвенты устраивают очень часто. Вот сегодня был какой-то эвент там тоже. О, погоди, что-то я слишком сильно отжал. Смотри, стой. Хочу, давай. Смотри. Нихера, я спугнул уже. Да блин. Был такой звук, как будто бы ты там... О, нифига. Что там сдохло сразу же? Вот так тут ваншотится животные, не знаю по поводу медведей. О. Тоже навыки всякие. О, нифига, 50 кожи. Ага, вот в том-то и дело. Да, это как бы, ну, изи сервер, ребят, я о чем и говорил. Причем здесь есть всякие фишки, типа RPG, вы сможете здесь прокачаться. Здесь, короче, вообще жесткий сервер, ребят, классно, с кучей всяких модов, покажи плагинов. Не хочу. Его можно сорвать и съесть. Нет, нормальный гриб, на самом деле. Они визуально отличаются друг от друга, но есть безопасно абсолютно любые. Да? Так, что, погнали к горе? Ты хочешь на горе построиться? О, на какой-то ресурс. Тут ресурс, смотри, ресурс какой-то. Давай его соберем. Давай. Тут даже два. А хотя нет, давай еще чуть-чуть повыше поднимемся и там уже начнем развиваться. Так, ресурсы мне топором добывать или чем? Это... Тут пофиг вообще. Киркой надо добывать. Ну, киркой быстрее, типа. А кирку ты же мне не давал. Я тебе и кирку, и топор дал. Порыскай его. А, да, вот вижу. Типа, киркой быстрее, точно. Нифига, чувак, ты смотри, как ресурсы идут, офигеть. Еще и навыки качаются. Да, ребят, смотрите, шахтерский уровень 4, 5 уровень, ребят, у меня уже 5 уровень. Сейчас я его качну до 6. Чем выше уровень, ребята, тем больше процентов вы получаете. Это реально классно. Это вот реально крутая фишечка, чувак. Типа, знаешь, как в Майнкрафте MCMMO. Да. Вообще класс, чувак. Не, это для Раста это полезная вещь, потому что, типа, здесь реализм, типа, ты реально находишь все такое, становишься более опытным, типа, таким чуваком. Вот, можно было бы, конечно, сделать, что при смерти ты забываешь там 50%, это было бы как-то более реалистично, типа, знаешь, голову отбило. Ну да, при смерти отбило голову. Да, при смерти отбило голову, немножечко. Нет, ты слишком часто умираешь. Да. Очень жестко, мне кажется. Ну, зато бы у людей появился бы стимул, знаешь, меньше умирать. Так, мне кажется, тут слишком большой уклон, мы там нигде не найдем, где построиться. Ну, а на горе, ну, где-нибудь здесь это должно быть место, мне кажется, вот прямо под нас. Во-во-во, здесь погибли, вот тут, нет? Вот тут? Вот, ну, нет, здесь... Слишком большие уклоны. Да, слишком большие. А может, на самый город залезем, там будет холодно. Там замерзнем нафиг, снег же. Надо пуховики всякие и тому подобное. Да, давай посмотрим, может, с горы сейчас, здесь по боку горы, вот здесь пойдем, может, еще найдем что-нибудь полезное. Пустовато. Да, тут уже какая-то пустыня вообще идет, блин, чувак. Нет, жарко всегда. Не, с горы было бы хорошо видно, где ресурсы, знаешь, спавнится, чтобы их... Ну, наверх бежать, типа, бессмысленно, все равно будет, ну, то да. Же самое. Да. Мне кажется, лучше в другую сторону. Давай вниз спустимся. Ну, да. Вон там к скале, видишь, прямо на ней можно построиться. Ну, давай посмотрим, может, там как раз подходящий уклон, там первый камень не заложен. Да, окей. Просто прямо из камня брать и фигарить здание, потому что тут столько ресов выпадает. Да, ребят, я думаю, можно будет такое замутить. Знаете, в Расте один-единственный был минус, что очень долго добывать ресурсы. А я как раз таки еще сегодня вот как раз думаю поиграть на расслабончике на этом сервачке, да. И вот вместе с вами, ребят, естественно, на стримах там и так далее. Скилл качается, скилл 10 уровня у меня уже шахтерство, офигеть. У меня 25 или 25. 25, сколько тебе процентов дают плюсом? Плюс 50% на 25-м. Офигеть, чувак, офигеть. Это ты в два раза, о, в полраза больше. 84, а ты? А я по 104. Офигеть, чувак, ну это реально плюс считай, это реально хороший плюс. Ты из воздуха считай, с каждого удара брал больше. Да, и вот именно фишка в том, что он не скорый. Вот может здесь где-нибудь замутим, смотри, где-нибудь тут? Вот. Давай. А на камнях же можно было дома делать, на камешке замутить? Так, у меня уже есть, в принципе. Тут снизу, нифига себе. А давай, что-то, как я просто забыл, может мне что-нибудь повспоминать, там, знаешь, типа это, построить самому как-нибудь на серию. Я что-то сам не помню, как мы строили это раньше. Как строить-то вообще в Расте, ребята, забыли!
деревянные двери, витрины магазина всякие. Витрины, да, там столько всяких штучек добавили здесь в Расте. Где тут строительство-то у нас? Да пока строю, я пока рублю ресурсы, здесь еще ресурсы прокачивают одно свой шахтерский навык, у меня уже плюс 28%, между прочим. Блин, капец, сколько ты здесь уже руды ты надобывал, что у тебя уже там 20 какой-то там левел жесткий. 5 тысяч металла, чувак. 5 тысяч металла, ё-моё. Мне кажется, мы можем металлический дом строить сразу. Это железная база, реально. Я только не могу вспомнить, как строится. Вот, блин, как строится. Да, у меня жажда началась. У меня где-то была водичка, сейчас попью. Выпить содержимое. О, отлично, попил. Хорошо. Хорошо насытился в плане питья и сейчас что-нибудь сожрать. А что у меня есть поесть-то вообще? Тоже непригодно к еде. Вообще что-то из еды ничего нет. Есть только сырое мясо, но типа сырое мясо. А где сырое мясо, кстати, у меня? Я что-то не вижу. Я же разделал оленя. Я убил оленя, из него куриное мясо выпало. А, да, сырое куриное мясо, слышь, реально. Реально сырое куриное мясо. Что за прикол? Орел. Орел, блин. Да, олень уже какой-то подставной был. На самом деле была кура, поэтому ты ее убил с первого выстрела, понял? Просто немного жирноватая с рогами. Опасная кура. Слушай, хоть в Google лезь. Да вот я вот реально тоже забыл, как крафт. Погоди, как строить именно? Да. А может просто ставишь, да и строишь как-то или нет? А как? Ну-ка, сейчас. Деревянная дверь, смотри, деревянный баррикад, двойная деревянная дверь. Как строить? Ну спроси в чат, а я пока костер сделаю. Я пока сделаю костер, потому что, знаешь, ну типа костер нужен. Мясо пожарить. Хотя да. У меня... А где посмотреть, как идет сборка костра? Я просто поставил сборку, и что-то она нигде не идет. 60 секунд написано. Ну, видимо, подождать. Индикатор. Или он тупо стоит? Вроде тупо стоял, чувак. А, вот, все. А, он сразу же скрафтился. Вот это тупой просто. Что-то там понадобавляли. Так, все, отлично. Я ставлю костер. У меня даже второй остался. Так, зажечь костер. Отлично. Так, доступно больше вариант удерживать USE, чтобы открыть USE. Это что? Ой, это топор выкинул. А, план нужен. А план, вот, я не зря я скрафтил бумагу. Точно, я вот сейчас что-то скрафтил бумагу, помню, что-то с этим связано, точно, надо план постройки. Так, а, все, я понял, use. Бумагу и сотни дерева. Угу. А потом уже сам план. Так. Я, короче, поставил жариться нам мясо, чувак, у меня всего 3 куска. Вот, это плохо, надеюсь, у тебя там есть что-нибудь интересное. Так, поблагодарить парня за то, что он нам помог, подсказал. Так, а топором уже все это чинится. Угу. Так, а тут в любом случае надо начинать строить из дерева. Давай, давай. А почему? А, типа потом апгрейдить, что ли? Да, походу тут так. Ну, типа, знаешь, может быть, свои приблуды сделали. Так, я жду, пока мясо зажарится, что-то на них... О, все, один кусочек зажарился. Отлично. Надо немного пониже спуститься, где уклон не такой большой, это проблематично будет. Почему? Так, ну, можно... Хотя, блин, у меня ресурсов дофига, можно спокойно экспериментировать. Тут сейчас вообще физич. Резко. Так, погоди, план. Где же этот план делается? Да, посмотрю. А, бумагу. Бумагу сначала скрафти. Так, где это все, чувак? Я бы знал, где эта бумага. Поройся, найдешь. Деревянная стрела, бинт, коньяк, Hidden Screed. Что, коньяк? Да, коньяк. А, это киянка. Киянка. Ну, почти коньяк. А как киянку строить? Делать, скрафтить? Я не знаю. Топливо из низкого качества. Я уже замутил платформу. Давай, давай, я пока мясо еще одну заберу. Я одно мясо на самом деле съел. Из трех. Так, где была бумага? Я где-то видел только что бумагу и забыл. А вот бумага, ну нашел. Крафчу, да? Сколько мне нужно бумаги? Зиги строить. Так. Давай 10 бумаги скрафчу. Улучшить до каменного. Во. Все. Так, пошли. Есть бумага. Дальше что, чувак? А, дальше ищи план. Синяя такая бумажка. Окей. Как строительный план. Так, план постройки купил. Ну, собрал, купил. О, все, тыкай, короче. На план? Да. ПКМ зажимаешь и выбираешь, что хочешь. О, слышь, чувак, так это я могу себе хату сегодня свою отстроить, да, получается? Так я уже настрою. Где? А ты из камня строишь? Как ты из камня начал строить? Блин, не, по-моему, сначала из дерева в любом случае строишь, а потом улучшаешь топором уже до камня. Так, а что за топор нужно скрафтить? Кияку вот эту вот? Ой, не топор, а как он называется? Сейчас скажу тебе точно. Да, киянка, вот это оно есть. Киянка, да. А у меня дерево, кажется, закончилось. Да? Скинь мне дерево немного. Серьезно, дерево закончилось? Ну я что-то потратился так чуть-чуть. Ты там из чего костер вообще?
Так, разделение. Ну, на тебе 4. Да я случайно 10 бумажек скрафтил. Так, и как выбросить? Ай, нет, стоп, я тебе все выбросил, да сюда. О, дерево? Не, какого дерева, так, не знаю. 9000 разделить. Так, стоп, сейчас этот камень выкину, не подбираем, тебе нафиг не нужен. А, это обычный камень, да? А, все, разобрался, так, на, подбирай. Отлично, дерево, кстати, выглядит уже не как мешок, а, типа, знаешь, красивенько так. Да, да, да. Вот, я сейчас поставлю здесь такую штуку, как ее лучше, а, киянкой, да, сейчас по киянку скрафчу. Киянкой. Сейчас скрафтил, сейчас беру ее в руку и просто бить по ней, да? Зажимаешь ПКМ и выбираешь, до чего улучшить. Улучшить до бронированного, до каменного. Пока до каменного. Я улучшу что-то до каменного, а, вот все, вау, офигенно, чувак. Все, сейчас первый же день построим себе хату нормально. А что здесь не могу поставить, блин? Или ты так сделал, что здесь не поставить? Окна. Не знаю. Я могу все. А, туда зачем? Нет, там уже не ставь, чувак. Там не надо. Снести? Да, сноси лучше. Как его снести? А, топором. Это ж долго, капец. А, хотя, по-моему, киянкой можно. Вроде бы. Лучше для деревьев. Я не помню. Ты починил ее, чувак. Нечаянно. О, вот, ты киркой, да, ломаешь? Топором. Дерево ломается топором. Да я понял, я топором ломал, но что-то как-то не очень было. Так, ну у меня, как видишь, сразу все снеслось. У тебя, видимо, топор какой-то модный. Так, а вот тут окон не будем делать. Вообще, дурная примета делать окна на первом этаже, потому что это все простреливается. Так, а я там... стены делаю, обычно стены делаю закрытые, да? Да. Тут, а, вот, стоп, вот тут можно окно, в принципе, сделать туда одно. А он так прострел, видите, из-за тебя. Так, до каменного, да? Да, до каменного. Можно было как-нибудь сохранить, чтобы чисто нажимать? А, нет, стоп, вот тут можно оставить. Тут, кстати, было вроде автоулучшение, чувак, то есть зря мы, мне кажется, все это протыкиваем. Мне кажется, здесь можно как-то автоулучшение сделать. А, и вот это ты зря улучшил. Почему? Да ладно. Заснесем, если что. А, повернуть. Улучшить до деревянного, нельзя понизить качество. А зачем ты хотел это с ним сделать? Я хотел тут обычную все-таки стену, потому что тут можно... Ну, чувак, сделаем вот так вот, значит, смотри, хоп, и все. Эй-эй-эй, не-не-не, стоп. Да нормально, я тебе говорю, прокатит. Не улучшу, а то тут останусь навсегда. Не, я таких хотел, чувак, просто показики. Пришлось бы ТП. Так, нет, стоп, я опять поставил сюда деревянную эту. Стабильность низкая. О, да, что же еще есть такая штука, как стабильность конструкции. Так, план. Ага, давай. Так, сюда, короче, я пихаю окно, а сюда обычную стену. Хочешь, чтобы нас здесь расстреляли, да? Да не просто не расстреляю тут, не очкуй. Так, потолочный каркас. Фигарим. Так, это... А, стоп. А зачем нам два выхода-то, кстати? В смысле два выхода? Я хотел окно поставить, нечаянно выход. Ну ладно, да будет, типа, знаешь, черный выход только спереди. Черный выход только спереди. Ладно, поставим туда какую-нибудь дверь на замок, забудем пароль и все. Хотя, блин, вот... Не, раньше как-то можно было, спокойно просто тыкаешь, если не заприлачено, сносишь. Ну, мне кажется, есть, просто мы с тобой, типа, тупые, не знаем. Так, ну-ка, давай также спросим у ребят. Ребята, а подскажите, как снести постройку? Я думаю, нам быстро сейчас подскажут. Слушай, что-то не могу подобрать свое копье. О! Все, отлично, подобрал. Так, нужно здесь крышу, знаешь, поставить, наверное. Янкой говорит. Потолочный каркас или ты низкую стену построил? Потолочный каркас, да, ставил? Да, но его надо снести. Почему? Я хз, он не нужен что-то. Почему не нужен? Что-то не нужен, не то говорю. ПКМ на стену и ТП. Надо было поставить, а я кинул этот. Эту фигню. А ПКМ на стену и ТП. Ой, я случайно топор выкинул на стену, чувак. Верните мой топор! На ПКМ зажал, и он улетел. Так, улучшить. Тут только улучшить есть. Я не увижу разобрать. Странно. Не ломается. Скажи, чем ПКМ? Каяка этой? Да, он говорил, это киянка. Ой. Чё-то чувак, ты, я ничего не видел. Не-не-не, вот это фиг... Ты улучшил её! Да мы её никогда отсюда не уберём. Я хотел сломать, поверь мне. Какой?
Какой ты косячер просто. Чувак, я хотел ее сломать, просто верь мне. Верю я тебе. Так, тут можно подняться? Да, можно. Поднялся на ютубе, понимаешь? Поднялся. Ну и что у нас теперь тут? Это вентиляционный люк, ты не понимаешь ничего в строительстве. Да, конечно. Все, они сами запутались, блин, и действительно, как ломать. Я надеюсь, они подскажут, потому что это... А я опоры ставлю в доме? Опоры, они... Ну да, поставь все-таки посерединке. Что-то они какие-то... Они как-то ставятся чисто только посередине, это нормально? Ну, вообще-то да. Вот так вот нормально, да? Вот так и... Так, еще одну сюда хотел им. Не ставится. Да, вот сюда поставлю. Чуть не ставится. А, вот как оно. Да, вот, нормально, самое то, можно даже сразу улучшить. Окей. Так, ну что ж, Зиги, давай сделаем так. На сегодняшнем стриме тогда, ребятки, да, который у нас будет вечером, мы продолжим этот дом, продолжим здесь вообще играть. И, ну, если, конечно, нас не снесут, мы продолжим этот дом. А если снесут, то продолжим другой дом. Ну а пока, я думаю, на этом стоит закончить. Мы с Зиги, ребят, закончимся на сейчас. Вот, вечером приходите на стрим на фит-канал, ссылочка на фит-канал тоже будет в описании. Вот, на этом с вами заканчиваем. Всем удачи, дорогие друзья, и всем пока-пока. Подписывайтесь на наши каналы, если этого еще не сделали. Да, пока. Лайк там под ролик ставьте, делитесь роликом с друзьями. Тоже зовите с собой друзей, если у них тоже есть траст. Вот, это будет вообще круто, если мы толпой поиграем. Называется, я продолжил, да мастер не смог закончить.